Здравствуйте, дорогие мои зрители. Вот приехала ради вас в магазин антикварный, такой винтажный, чтобы показать вам, какие здесь продаются украшения. Вот я не очень сейчас интересуюсь винтажными украшениями, но теперь я, наверное, не сдержусь и что-то здесь приобрету. И обязательно покажу вам в этом видео. Ну а сейчас давайте рассмотрим с вами то, что здесь есть. Вот брошечки. Видите, какие симпатичные, но дорого. 45 долларов я вижу на одну брошку. Хотя здесь есть скидки. Ты берешь, а потом оказывается, что все в два раза дешевле. Ну, давайте посмотрим, что тут продается. Вот видите, сколько красоты. Мне нравятся вот такие вот кулончики. Сейчас вам покажу. Вот этот мне вот нравится. Такого плана. Ну, вот клипсы 5 долларов я вижу, по-моему. Вот это вот очень интересное украшение. Посмотрите. Вот это необычное. Ну, бижутерия тут, бусы в витринах. Правда, есть и в мешочках. Продаются. Вот это вот интересное тоже, да? Вот это украшение, смотрите, как идея хорошая. Вот гранатовые мелкие бусинки, видите? А внизу жемчужные. А вот это вот тоже интересная идея. 60 с чем-то долларов стоит. Ну, вот, сделан из таких подвесочек. Вот, посмотрите. Вот такие бусинки. Можно брать на материал, например. Вот эти симпатичные, да? Стеклянные бусинки. Вот сколько они стоят. Давайте посмотрим. 10 долларов они стоят. Вот. Такие. Вот эти интересные, да? Это пластик. Пластиковые бусины. Легкие. Вот это стекло, они тяжеленькие. Вот это жемчужинки тут старенькие. Это пластик. Тут вот какие-то. Ой, вот так вот. Видите, интересные. Эти какие-то же пожелтевшие, да, похожие на кости. Вот. Тут мне нравятся больше вот такие вещи. Вот такие вещи мне очень нравятся. Необычные. Какие-то. Вот эти интересные, видите, дверные ручки, такие красивые, из старого дома, стеклянные, такие вот мне очень нравятся вещи. Ну, что касается бус, ну вот еще тут всякие бусы и браслеты, вот эти две. Вот смотрите, какие. Ну, это, наверное, более современные, мне кажется. Вот на кувшинчик. Посмотрим, скидки, наверное, так и нет. Да, вот 110 долларов. Нету скидки. Этот непонятно сколько. 35 они его поставили. 48 был, стал 35. Это я все для рисования его смотрю. Ну вот он так и стоит здесь. Вот этот красивый, конечно, медный для рисования. Но дорого. Вот видите, вот тут можно покопаться. Это пластик в основном. Ну тут вот, может быть, что-то можно найти интересное, использовать. Вот, например, вот это, да? 6 долларов. Такие вот бусинки матовые, стеклянные, симпатичные.
Может быть, я это возьму для материала. Вот видите, такой браслет. Не знаю, современный он или винтажный. Но бусинки такие, морозное стекло, симпатичное. Так. Вот. Можно сюда приходить на целый день и искать. Тут какие-то бусинки. $3, но с чего они? Натуральные или нет? Не знаю. Вот это вот какие-то здесь розовые стеклянные. Это на елку, наверное. Что еще тут есть? Всякая всячина. Вот браслет. Такой похожий на нефрит. Сколько он тут стоит? 18. Да, похоже на камень. Но не знаю. Так. Вот тоже это ракушки. Ракушки такие. Тут какая-то брошечка. А, или пряжка. Такой браслет. Видите? Вот стеклянные бусинки. Ну, такая на них цена. Мне сказали, что здесь есть блошиные рынки. Там все вообще за копейки. За доллар, за два. Вот тоже браслетик стеклянный. Видите, 9 долларов. Такие бусинки. Ягодки, да? Если делать ягодные украшения. Вот какие-то сережечки. Здесь. Вот, я вам все стараюсь показывать. Вот такая брошка. Она, по-моему, с утратами. Да, вот тут нет кристалликов. Не знаю. $4 она стоит. Ну вот я не разбираюсь совсем в этих брошках. Не знаю, кто тут ее произвел. Ничего не вижу. Вот такая она. Ну это кто ремонтирует брошечки. Красивая, блестит, такая как хрустальная. Кто ремонтирует, и кристаллички эти может заменить. Вот для того эта брошечка и лежит здесь. Вот тоже, смотрите, какая брошка. Или это кулон? А, это кулон такой. Вот такой. Это, кстати, такой толстый перламутр. Видите? Что тут еще есть? Вот тут всякая всячина. Можно копаться здесь, копаться. Вот клипсы. А, нет, это серьги. Серьги такие, листочки. Вот. Вот тоже кулончик. Интересный. С такими, вот видите, какими-то стразиками. Утюжок мне очень нравится. Хороший. Тут вот
заставка для утюжка, какая-то коробочка, фотография. Посмотрите, там вот бусики есть и браслеты. Вот так, такие вот, что вам нравится, напишите. Вот бусы. Видите, вот эти натуральные, а внизу зеленые стеклянные, а наверху натуральные такие красные. И вот брошка красивая. Вот эта брошка такая царская. Но это надо звать продавца, чтобы он показал цену. Вот это серебряная, видите, цепочка 150 стоит. Тут брошечки есть. Интересная брошечка, смотрите. Такая. Вот там вот бусики. Тут можно часами разглядывать. Вот видите, сколько тут всего. Просто нужно бродить. Вот привет из России. Такие матрешечки. Вот такая цена на них. На Etsy можно дешевле найти. Вот. Ну, здесь можно полюбоваться за это. Ну, где тут еще украшения? Смотрите, ангелочек какой красивый. Это, наверное, на елку, что ли. Вот, смотрите, здесь лежат брошки. Нашла я такие рождественские. $8 вот эта брошка стоит. Видите? Такая. И вот такая. Вот это старенькая, да, по замку видно. Вот. Это стоит 7, а нет, 9. А, смотрите, звездочка на елку. Кремлевская. Вот это красивая какая машинка. Обалденно. Рисовать такую интересно. Видите? Смотрите, какой здесь олень. Голова оленя. И вот эта вот люстра интересная. Такая вот с цветами. Вообще здесь, смотрите, такие вот отсеки. Вот так выглядит магазин. Такие отсеки. И в этих отсеках, вот смотрите, всякая всячина. Тут будешь целый день ходить, и половину не увидишь. Мне нравятся вот эти фигурки. Мне они вот так нравятся. Видите, такие маленькие сценки из сказок или из жизни людей. Такие интересные. Вот эти, например. Вот это смешная. Смотрите, какие забавные. Туфельки на маленькую ножку. Такие китайские туфельки, по-моему. Так, ну нас что интересует? Напишите, что вас интересует. Смотрите, целый мешок добра. Кто-то принес и все за $29. Тут у нас, видите, в основном пластиковые бусы из ракушек. Хотя есть какие-то там похожее что-то на серебро, мне кажется. Вот видите, что тут стоящий мешок или нет, или так ерунда. Вот открытки, кстати, интересные. Открытки очень хорошие. Серебро. Ну, вот такой мешочек лежит здесь. Ожидается своей хозяйки. Вот этот цветочек какой интересный. Что это?
телефончик, что ли, какой-то, или просто цветочек. Какая у них цена по доллару? Там девочка симпатичная. Это, наверное, к Святому Валентину они выложили. Вот какой такой котик, смотрите, милый. Вот этот веер, как он мне нравится. И он в такой раме, видите, для веера прямо. Такой вот он стоит, очень красивый. Как картина, да? Вот так вот вам видно хорошо. Пошла. Еще один столик с украшениями. Тут какие-то ключи старые. И вот они, клипсы, рожечки разные. Такие пакетики. Вот какая-то интересная брошечка. Ой, кто это? Производитель.